А ранее привлекались к уголовной ответственности? Да. По каким статьям? 161, часть 3. А по какой причине вы в изоляторе находитесь? За что вас задержали? 162, часть 2. Расшифруйте статью. Разбой, нападение. А где произошло, какого числа? 26-го. Объект нападения. Расскажите, во сколько произошло? Вечером. В двух словах расскажите поконкретнее. Зашли, забрали деньги, ушли. Где это было? На Гагарина. Какая сумма? 6 тысяч. А в качестве устрашающего оружия что использовали? Ничего не использовали. Не угрожали продавцу ничем? Ну, у меня в руках вообще ничего не было. А у подельника вашего? Не знаю, я стоял сзади его спины. Деньги на что потратили? Не потратили. Деньги изъяли? Да. А по какой причине находится в изоляторе? По 162. Что за статья? Разбойное нападение. Расскажите, где это произошло? Забыл. Какого числа это было? Ой, вчера. 25-го. 26-го. 27-го. 25-го. Расскажите, где это? Казначей, на Гагарина. Что там произошло? Дошли, забрали деньги. В качестве оружия с чем угрожали администратору? Пальцем. Пальцем? Какую сумму забрали с кассы? 2000. Деньги потратили? Нет. Через какое время вас сотрудники задержали? На следующее утро. Где вас конкретно задержали? Студенческая, 47, 243. А вашего подельника? Там же.